Идея проекта Handmade Charity в том, что мы, сообщество волонтеров, создаем своими руками праздники для детей с инвалидностью и их сверстников. Обычно праздники проходят в городских дружественных кафе и ресторанах. Мы собираем детей из малообеспеченных семей, из интернатов, из благотворительных фондов, из инклюзивных школ. И идея в том, чтобы подарить детям праздник и приукрасить немножко их жизнь и детство, потому что детство – это пора, когда... Дети радуются. Да. Детство – это праздники. Мы запостили информацию о праздниках на страничке Facebook, и у нас появилось очень много желающих помочь. Одна из желающих помочь была Вика. Она написала нам, что может помогать нам, и взяла на себя социальные сети. Да, тогда мы сделали страничку уже официальную Handmade Charity в Фейсбуке, в Инстаграме и начали собирать волонтеров, выкладывать туда информацию о наших праздниках. И появилось огромное количество людей, которые решили нам помочь, особенно молодых, успешных, занимающихся очень разными делами. И за неделю собралось 700 человек. Да. И 20 тысяч просмотров. Самое интересное, кажется, что люди совсем разные. Это и банкиры, и финансисты, и там, мастера по маникюру, и парикмахеры, и студенты, которые каждый занимается в жизни своими делами, объединились вокруг вот идеи дарить детям с инвалидностью праздники. Ну почему handmade? Потому что каждый может сделать что-то своими руками. Каждый может принести в праздник какой-то свой вклад. Кто-то приносит шарики, кто-то сделает мастер-класс, кто-то просто придет помочь. Например, один из волонтеров, молодой человек, который ночью стоит на фейс-контроле в Солянке, в клубе Солянка. После смены он поехал за детьми, забрал их из дома и привез их на праздник. Поиграл с ними и отвез их обратно. Это показывает, наверное, хороший пример того, что люди, которые с нами, они совершенно разные. Это разные бизнесы, разные интересы. И объединяясь в одном празднике, они привносят совершенно разные, очень яркие моменты. Каждый праздник мы делаем своими руками. Любой желающий может принять участие, и любая идея осуществима. У нас родилась идея сделать большой новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями и их сверстников. Это будет, может быть, даже карнавал с мастер-классами. И для того, чтобы организовать такой масштабный праздник, нам нужна, естественно, поддержка, помощь извне. Мы не можем ограничиться нашими волонтерами, которые нас очень поддерживали. Можно украсить помещение кафе воздушными шарами. Можно привезти ребенка, которому тяжело передвигаться по Москве на общественном транспорте, на своей машине, и потом увезти обратно домой. Можно купить детям маленькие подарки. Надеемся, что мы сможем пригласить много детишек и подарить всем подарки к Новому году, чтобы осуществить их мечту. И с каждым подключившимся человеком, волонтером или просто доброй душой нам становится проще и легче дать внимание и заботу каждому ребенку. Потому что они очень сильно в этом нуждаются. И после наших праздников они так долго об этом помнят. Они помнят каждого человека, который уделил им внимание. Они спрашивают, как у него дела, скучают и, возможно, ждут встречи на следующем празднике. Поэтому мы хотели бы, чтобы эти праздники были регулярными, чтобы эти дети были среди нас, чтобы дети наших волонтеров привыкли к тому, что есть другие дети, играли все вместе, чтобы они никогда не чувствовали, что они не такие, как все. Они такие же, как все, и мы хотим, чтобы они жили такой же жизнью, чтобы у них было такое же детство.